В прошлый раз мы с вами обсудили, что такое целая часть, что такое дробная часть. Посмотрим, какие есть свойства у этих функций. Любое число – это есть сумма его целой части и его дробной части. Согласны? Да. Второе. Целая часть замечательна тем, что она не больше, чем само число, а число меньше, чем целая часть плюс один. Вот. Это, собственно, можно считать определением, если не забыть написать, что это обязательно число целое. Ну и когда единичку к нему прибавляешь, то, естественно, тоже будет целое. Давайте я напомню, что вот эта штука, это в некотором смысле остаток от деления числа x на единицу. Давайте вообще вспомним, что такое, скажем, 7 мод 3. Два. Это очень просто. Это очень просто, это единица. Почему? Потому что когда вы делите число 7 на число 3, вы получаете частное 2, и остаток 1. Согласны? Да. Вот остаток, это вот это и есть. Идея понятна? Угу. Остаток от деления. Когда вы делите на единицу, то ситуация очень простая. Вот у вас есть числовая ось, где-то число x, вы идете от нуля отрезками, и когда вы почти дошли и перепрыгнули, вот это и есть целая часть плюс 1. Замечательно. Давайте сейчас подумаем вот на какие вопросы. Если нам дали любое число, то, конечно, самое важное, что про него нужно знать, это его целая часть. Так? Ну, потому что, скажем, если у вас есть 1014 рублей и 3 копейки, то это, конечно, замечательно, что у вас есть 3 копейки. Согласитесь, что 1014 рублей намного интереснее, правда? И поэтому, на самом деле, главнейшее – это вот это, целая часть. Но с другой стороны, если вы какое-то число хотите знать точно, 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 то в таком случае, обратите просто внимание, что вы должны обязательно сделать, вы должны, кроме вот этого целого числа, исследовать вот это. Согласны? Да. То есть у вас есть целая часть и еще какое-то маленькое число от нуля до единицы. И вы должны исследовать. Замечательно. И вот дальше очень интересный вопрос. Как это делать? Если вы вспомните, как это делается в большинстве случаев в жизни, то вы скажете, что нужно знать, что такое десятая часть, сотая часть, тысячная часть. Помните, задать число с точностью до 1/10. Было такое? Было. Что это значит? Например, есть число 2,53. Да. С точностью до десятых, да, это число 2,05. Да. Просто на 3 сотых не обращай внимания. Угу. Это разумно? Да. И когда нам дают какое-то такое хитро выглядящее число. Например, любимое число пи. Знаете, есть такое число? Да. Отношение длины окружности к ее диаметру. 3, 14, 15, 9, 2, 6 и так далее. С точностью до десятых это что такое? Это 3,1. 3,1. Конечно. Это просто 3,1. Между прочим, ребята, в огромном количестве случаев вам этого совершенно достаточно. Ну, понимаете, вот вам нужно знать примерно в сколько раз длина окружности больше, чем диаметр. Ну, вот вы и говорите, в 3 с небольшим разом. Это понятно? Угу. Понятно. И если вас не интересует слишком большая точность, то этого абсолютно достаточно. Но! Если вас интересует чуть-чуть большая точность, 3,14.
Это будет с какой точностью? До сотой. До сотой. Отлично. Но этого вообще в большинстве случаев достаточно. Если вы делаете какую-нибудь суперсложную технику, которая там должна много-много лет работать и не ломаться, наверное, вы возьмете еще несколько знаков. Но очень важно понимать, что довольно быстро выяснится, что ваш станок уже не понимает. Ну, смотрите, возьмем, давайте, представьте себе, что у нас есть диаметр окружности 1 метр. Так, довольно большая окружность, да? Тогда вот здесь вот стоит какая-то там цифра. Смотрите, вот это десятая, сотая, тысячная, десятитысячная, стотысячная, миллионная, десятимиллионная. Слушайте, неужели вы думаете, что вы сможете на глаз отличить там одну десятимиллионную долю метра? Нет, конечно, это абсолютно нереально, да? Абсолютно нереально. Ну, под микроскопом, да, но вот, да и то под очень хорошим микроскопом, под очень хорошим. То есть оптический микроскоп такой вам никогда не даст. Да? Вот. Хорошо, для практических нужд. Получается, что для практических нужд вам вот эта информация о числе π, что называется, абсолютно достаточно. Ну, казалось бы, на этом полностью решена задача. То есть пользуемся десятичной системой исчисления. В большинстве случаев там одного знака после запятой достаточно. Там чуть-чуть посложнее ситуация. Два знака. Если какая-то суперсложная, там, не знаю, 3-4-5 знаков после запятой берешь, все, все хватает. Но математики на этом, конечно, что называется, совершенно не остановились. По одной причине. Слушайте, а ведь чтобы говорить о том, что 3,14, вообще-то нужно понимать, что такое 1 сотая. А если взять 4 знака после запятой, то это уже нужно будет понимать, что такое 1 десятитысячная. Да. Я хочу сказать, что такое 1 сотая, 1 десятитысячная. Давайте. 1 сотая – это единица, деленная на 100. Угу. На 100. Да. На 100 большое число. А 10 тысяч, так это совсем большое число. А вот интересно, то же самое число π. А вы уверены, что нужно для хорошей точности брать здесь именно сотые? Как ни странно, этот вопрос был задан давным-давным-давно. И мы точно знаем, что ответ на него был известен уже Архимеду. Архимед – это примерно где жил? Знаете или нет? Я думаю, до нашей эры еще. Нет, я сказал, где? Да. Вот. Ну, я не знаю конкретно где, но поскольку там вроде закон, он в ванной открыл лежа. То значит, жил он в ванне. То значит, он, нет. Значит, там уже была ванна, но это 17-й, может быть, больше век. Слушайте, вам очень стоит почитать что-нибудь про историю. Ребята, централизованный водопровод и бани были в Древнем Риме. Причем не просто были, а некоторые дошли до нас. Вот я видел, ну, ходил просто вот к такому акведуку в Португалии. И он сейчас стоит. Воду к нему уже не пускают, но чтобы здесь туда налить воду, то она точно так же, как 2000 лет назад, будет течь. Нет, разумеется, человечество не настолько глупое, как вы думаете. И ванны, конечно, были очень давно, да? Я думаю, в Греции он был. В Греции, правильно. А еще, точнее... В Афинах. А? Именно Греция. Рим. Это греческий ученый. Это великий греческий ученый. О нем надо знать, на самом деле, обязательно. Это один из крупнейших вообще ученых древности, да? В Афинах? Нет. Этим летом я хотел все-таки долететь до этих самых Сиракуз. На карте посмотрите. Есть замечательный остров. А на этом острове есть город, существующий до нас, и сейчас еще есть Сиракуз. Убил римский солдат после того, как город был взят штурмом римлянами. Штурмом он был взят потому, что там нашелся предатель, который просто открыл ворота. Против предательства никакая техника не поможет. А до этого
очень долго город выдерживал нападение римских войск. Есть огромное количество легенд о том, как Архимед придумал всякую военную технику. Среди этих легенд есть абсолютно бредовые. Например, что он построил солдат, дав каждому из них вычищенный хорошо медный щит, и солнце отразилось и сожгло вражеский корабль. Ну, на самом деле, такое невозможно, потому что энергии солнца недостаточно много, и корабль все-таки не сгорится. Но есть и вполне разумные вещи, что он делал всевозможные приспособления, крюки, которые там подхватывали вражеские корабли, переворачивали и так далее, и так далее. Если так спокойно почитать, что все-таки пишут про эту осаду, то получается, что, конечно, главное, что придумал Архимед, что войскам совершенно не обязательно бегать по поверхности, а можно заранее создать подземные ходы, по которым, собственно, перебегать от одного места к другому и таким образом не попадать там под стрелы, под всякие камни и что там еще у римлян было. И вот, и в результате не очень большой гарнизон Сиракуз долго сдерживал римскую армию. Ну вот, повторяю, что в результате предательства эта осада все-таки кончилась победой Рима, и Архимеда, значит, солдат убил. Так, так вот, неважно на самом деле, как жизнь кончилась, потому что сейчас мы обсуждаем одно из великих достижений Архимеда. Он сумел очень точно приблизить число пи не при помощи сотых, а он сказал, пи это примерно 3,1. Обратите внимание, не 1/6, не 1/8, а 3,1. Или то же самое. И еще точнее, на самом деле, Архимед знал число пи. Так вот, давайте сейчас обсудим такой вопрос. Почему 7? Почему не 6? Почему не 8? И вообще, почему иногда использовать десятичную систему не вполне разумно? Сначала минутка философии. Господа, вы понимаете, что у нас десятичная система просто потому, что у нас 10 пальцев. Это просто удобно. Вот когда маленького человека учат считать, то ему объяснить. Посмотри, у тебя 10 пальцев, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Понятно. Если бы так случилось, что у нас пальцев было бы не 10, а 8, то какая бы система считания у нас была? Восьмеричная. Восьмеричная, конечно. Конечно, и так же привычно, как сейчас мы считаем в десятичной системе, мы бы считали восьмеричной. И наоборот. Если бы природа так сделала, что у нас было бы пальцев на один больше, ну как, на руке на один больше, вместе на два, естественно, на две руки, вот, то точно так же бы работали 12-речники. То есть нет никакого настоящего математического обоснования, почему мы здесь пишем в десятичной системе. Ровно так же мы могли бы использовать другое основание. Какое основание является в некотором смысле самым правильным? Это вы, наверное, знаете. Какая система числения является самой простой? Да. Двоичная. Двоичная, конечно. Конечно, двоичная, потому что там цифр всего две, ноль и единица. Вот. Но, с другой стороны, что такое двоичная система? Это когда вы число приближаете сначала с точностью до единицы, потом с точностью до 1/2, потом с точностью и так далее. Господа, чувствуется, что некоторые числа так будут хорошо приближаться. Например, число 1,1 – это идеально. 1, еще половинка, 1/2. А некоторые числа будут приближаться довольно плохо. Скажем, число 1,1, давайте посмотрим, как его приближать, если в двоичной системе. Вот, смотрите, у нас есть 1. Ну, замечательно. Пишем, так и пишем. 1. Вот этот отрезок взяли. Теперь у нас есть 1/3. Сколько половинок здесь?
Ноль. Ноль. Значит, пишем ноль. А четвертинок сколько? Одна. Одна. Значит, надо взять четвертинку и отрезать. Пишем сюда. Так, кто умеет? Здесь осталась одна шестая. Из одной третьей вычитать одну четверть. А, осталась одна шестая. Нет. Ну-ну-ну-ну-ну. Нет. Одна какая? Двенадцатая. Одна двенадцатая, конечно. Потому что, смотрите, одна треть, это сколько двенадцатых? Одна треть, четыре двенадцатых. Четыре двенадцатых. Одна четвертая. Это три. Ну, одна двенадцатая, правильно? Mm-hmm. Хорошо. Значит, вот этот кусочек, это одна двенадцатая. Так, сколько восьмушек в одной двенадцатой? Ноль. Ноль. Хорошо. А сколько раз одну шестнадцатую мы возьмем? Одну. Легко догадаться, что так будет и дальше. Но если вы аккуратно все посчитаете, то вы обнаружите, что вот так вот в двоичной системе исчисления выглядит одна треть. То есть бесконечная. Бесконечная, конечно, бесконечная. Видно, что вот одна целая одна треть, да? Одна целая одна треть как-то не очень хорошо приближается в двоичной системе. А в троичной системе, наоборот, что-то замечательно. В троичной системе это выглядело бы так. Один-один, а потом все подъемы. Вот так это было в троичной системе. Значит, все-таки некоторые числа в одной системе исчисления приближаются хорошо, а в другой системе исчисления приближаются плохо. Откуда, господа? Уже Архимед знал эту потрясающую идею, которая называется цепная дробь. Давайте мы сегодня научимся разлагать числа в цепные дроби. Это удивительно уже несложно, но у этого очень много интересных последствий. Мы сегодня научимся любое число разлагать в цепную дробь, и это просто. Господа, вот они формулы наши. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Вы их помните? Помните. Что это за число? Каким свойством оно обладает? Да. Это дробная часть x. Дробная часть. По величине она какая? Дробная часть. Она бывает больше единицы? Нет. Нет. А единицы бывает? Нет. Нет. Замечательно. Она всегда меньше единицы. Отрицательный она бывает? Нет. Нет. Она всегда больше или равна нуля. Тут, господа, давайте договоримся, что когда эта самая дробная часть равна нулю, то мы вообще больше ничего делать не будем. Потому что, целое число нехорошо, понятнее не скажешь. А когда дробная часть больше нуля и меньше единицы, то мы делаем потрясающую штуку. Мы переходим к обратной величине.